Всем добрый день. Я долго думала, в какой форме преподнести эту не очень веселую информацию. В форме простой подачи или в форме «Ой, сейчас я вас всех напугаю». Но потом я подумала, кто я такая, чтобы всех пугать? На пачке с сигаретами тоже есть пугающая, то есть предупреждающая надпись. И что? Всем страшно. На моем канале есть много видео, посвященных малоподвижному образу жизни. Но просмотров, ну такое себе. Но так как я дама дотошная, и для себя, и для своих близких, я всегда ищу только проверенную, правильную и необходимую мне информацию, и потом делюсь ею с вами, то кое-что, что я прочитала, меня заинтересовало. Итак, поехали. Исследователи изучили связь между часами, проведенными за просмотром телевизора, и риском образования потенциально смертельных тромбов. Я бы не делала сильную привязку к слову «телевизор», речь может идти просто о длительном сидении. Они обнаружили, что длительный просмотр телевизора связан с повышением риска развития на 35% венозной тромбоэмболии, чем просмотр телевизора в течение более коротких периодов времени. В недавнем исследовании исследователи из Финляндии, Ганы и Великобритании провели метаанализ трех исследований, изучающих связь между временем просмотра телевизора и венозной тромбоэмболией. Исследование опубликовано в Европейском журнале профилактической кардиологии. Всего в этих исследованиях приняли участие 131 421 участник из США и Японии. В начале исследования участники были в возрасте 54-65 лет. Средняя продолжительность наблюдения колебалась от 5 до 19,8 лет. В ходе исследования были зарегистрированы 964 случая венозной тромбоэмболии. Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что у тех, кто смотрел телевизор более 4 часов в день, риск развития венозной тромбоэмболии был на 35% выше, чем у тех, кто смотрел телевизор менее 2,5 часов в день. Они также сообщают, что их результаты не зависят от возраста, пола, индекса массы тела и физической активности.